Роза вувузела. Роза по праву считается королевами сада, многие любители имеют большие коллекции из разных сортов, внимательно следят за новинками и разработками селекционеров. Одним из новых любимцев цветоводов стал элитный сорт срезочная роза вувузела. История. Оригинатором сорта вувузела является компания из Нидерландов De Ruyters. Годом интродукции считается 2011, в Россию цветок завезен несколько позже, поэтому считается новинкой на отечественном рынке. Голландия славится своими цветоводческими школами и селекционными институтами, некоторые называют ее духовным центром разведения роз. Идея создания сорта вувузела – выведение постоянно цветущих, болезнеустойчивых садовых роз для местности из четвертой климатической зоны с пониженными зимними температурами. Данный сорт относится к классу шраб, виду английской садовой розы, оригинальной формой цветка и палитрой расцветок, он никого не оставляет равнодушными. Характеристики и особенности сорта. Роза вувузела является морозоустойчивым растением, по классификации USDA относится к А6 зоне морозостойкости, Т. Е, выдерживает максимально низкую температуру в минус 23 градуса. Куст довольно компактный, вырастает до 1,1 метра в высоту, в диаметре до 0,6 метра. Вувузела является корнесобственной розой Т. Е. Она выращивается из черенка маточного куста, а не подсаживанием на корни шиповника, что позволяет сохранять все характеристики сорта, не перерождаясь обратно в шиповник, а также выдерживает низкие температуры. Облиственность умеренная, листья обычные для роз формы, кромка слегка зазубрена, зеленого цвета с оливковым оттенком. Корневая система довольно мощная, разветвленная, уходит в глубину до 60 см, боковых корневищ не образует. Интересно. Цветение обильное происходит два раза за сезон, начиная с середины весны и заканчивая поздней осенью. На каждом стебле обычно завязывается от 1 до 3 цветков диаметром до 10 см. Бутон имеет пионовидную форму, обладает красивой махровостью, тяжелой и плотной. Основной особенностью, которая принесла популярность новому сорту, является палитра цветов этой розы. Лепестки цветка имеют необыкновенную, бархатную коралловую расцветку, которая меняется в пределах одного бутона до песочного оранжевого или кремово-желтого и даже золотистого оттенков. Под видами сорта вувузела являются вувузела Gold, роза Romantic, вувузела, вувузела Peach. Вувузела Peach роза с коралловыми лепестками и нежно-розовой каемкой, сердцевина по цвету напоминает абрикос Peach Angle. Абрикос. К сожалению, такие розы менее устойчивы к пониженным температурам. Под вид сорта вувузела, Romantic полностью оправдывает свое романтическое название, эти цветы невинно-лососевого цвета зачастую становятся основой букета невесты на свадебных торжествах, можно составлять и монобукеты, выглядят они одновременно и нежно, и роскошно, интересно и элегантно. Также флористы используют такие розы для создания сложных и дорогих цветочных декоративных композиций. Цветы данного сорта пахнут почти незаметным тонким ароматом, опыляются пчелами и бабочками. Растение довольно устойчиво к заболеваниям мучнистой росой и черной пятнистостью, поражаемость не более 25%. Агротехника выращивания. Розовые кусты хорошо растут и обильно цветут при достатке света, влаги, свежего потока воздуха, а также минеральных и питательных веществ в почве. Продолжительность цветового дня сильно влияет на образование и развитие бутонов этих светолюбивых растений. Желательно высаживать вувузелу на суглинистых, достаточно гумусированных почвах. Если показатель pH показывает кислую или щелочную реакцию, цветы будут угнетаться и слабо расти, предпочтительнее всего слабо кислые почвы. Если земля на участке под розарий сырая, тяжелая, глинистая или кислая, ее можно улучшить с помощью перегноя торфа, компоста, а также убрать лишнюю кислотность гашаной известью или мелом. Каменистые или песчаные почвы не задерживают влагу и в жару накаляются. Роза вувузела, как и у других сортов корнесобственных роз, размножение вувузелы производится с помощью черенков, а также отводками и путем разделения взрослых кустов. Саженцы роз помещаются в посадочные ямки, глубина которых не должна быть менее 0,7 метров, диаметр от 0,6 до 1 метра. Такие размеры необходимы для беспрепятственного разрастания корневой системы розового куста вувузелы. Корни перед посадкой обрабатываются составом для лучшего роста. Важно! Корневая шейка при посадке должна быть вровень с кромкой земли.
На дно лунки высыпается слой удобрения и компоста. Рекомендуемая схема посадки – треугольная, шагом полметра между кустами, тогда будет получен эффект цветочных зарослей. После посадки, в начале весны и в июле следует мульчировать розы, лучше всего это делать перегноем. Также в качестве удобрения хорошо использовать конский навоз, он не вытягивает из почвы азот, насыпанный 2-сантиметровым слоем. Во время формирования бутонов необходима подкормка растения кальций-фосфорными составами. Процедуры ухода за кустами розового зела включают в себя увлажнение, желательно в вечернее время, почвы при корневой зоне по мере засыхание, обрезание старых и ослабленных побегов, а также отщипывание лишних бутонов, формирование куста путем отсечения 1/3 ненужных веток, вызревшие побеги и отцветшие бутоны начинают срезать в середине октября, укрытие кустов на зиму сухими листьями, опилками, соломой или земляной смесью, с торфом или перегноем. Дополнительная информация. Нельзя сверху закрывать розы пленкой или полиэтиленом, так они могут задохнуться. Преимущества и недостатки сорта. Сорт Пио новых розового зела имеет довольно много достоинств, быстро вырастают, обильно и пышно цветут, особого ухода не требуют, морозостойкие. Устойчивы к болезням и насекомым вредителям, отлично выглядят в букетах и хорошо сочетаются с другими растениями, цветение долгое, более 10 дней. Есть и некоторые недостатки, которые любители этого сорта с легкостью прощают, запах очень слабый, почти незаметный, но это может быть и плюсом. Такие букеты можно дарить аллергикам, после дождя цветы могут покрыться небольшими крапинками, при избытке удобрений в почве листва может желтеть и опадать. Розы новинки голландской селекции вувузела имеют удивительно нежную и необычную раскраску в стиле романтик, легко переносят низкие температуры и пышно цветут 2 раза в год. Все эти свойства завоевали данному сорту симпатии садоводов не только в Европе, но и в России. 00 Volt Article Rating.